Одну свалку ликвидировали, еще два десятка обнаружили. В районе провели рейд в поисках мест несанкционированных сбросов отходов. По официальным данным, сейчас в Колпино 25 несанкционированных свалок. Особой популярностью у нелегалов пользуются пустыри вокруг металлостроя. В кустах на съезде с дороги можно обнаружить горы мусора. Рабочая комиссия каждый месяц проверяет неблагополучные места и вносит новые адреса на карту. Рейды проводят сотрудники сразу нескольких ведомств. Районная администрация, ГАТИ, полиция, прокуратура, муниципалитет. Вывозить отходы приходится местным властям. Недавно свалку очистили в поселке Понтонный. Это обошлось казне более чем 8 миллионов рублей. 8,5 миллионов было затрачено из статьи «Прочее благоустройство». То есть это из тех денег, которые, может быть, где-то нужно было урны поставить, скамеечки. Вот с одной статьи. Потому что определенно планировать статью на ликвидацию свалок невозможно. То есть это стихийно. Вот они сейчас привезли и бросили. Сколько будет стоить ликвидация этой кучи у дороги на металлострой, специалисты подсчитают, когда измерят ее площадь и глубину. Для профилактики на уже очищенных территориях ставят заграждение для транспорта. Мы обращаемся в полицию, полиция патрулирует. И вечерами. Ну, то есть ловят эти машины. И писали мы много раз предложение о том, чтобы проверяли машины, когда вот, ну, допустим, грузовая машина с отходами, да, едет в эту сторону, здесь нет свалок. Поймать нарушителей за руку удается редко, поэтому чиновники просят помощи у жителей. Если вы увидите автомобиль, который сваливает мусор в кусты, незамедлительно позвоните в полицию.